дан старт арабскому Окшу. Ну что же, Доминанта разгоняет ее Муслим Гасанов, режет угол поворота, но вроде никому не помешал, и вырывается вперед Доминанта, как мы этого и ожидали. За ней Сальма. Далее Далим Биджиев сдерживает выход Кутерск. По бровке Капель Максимус. Далее Танзания. Ну и замыкают ноу-хау Терск. И там же Виски Терск. Доминанта впереди. Сальма тут же. Нет, это не Сальма, кстати. Нет, это Капель Максимус. Капель Максимус. На Сальме решили проехать все-таки на бросок. А Капель Максимус, ее задача, видимо, не дать Доминанте лидировать. Но тут, ко всему прочему, Капель Максимус еще и налегает на повод. И вынужден сдерживать ее Артем Падучев. Ну и мешает она Доминанте лидировать так, как та захочет. На третье место выходит сейчас перед трибунами выход Катерск. Тут же поле Мирзабек и Танзания выглядит очень убедительно. По бровке там же Сальма, ну и замыкает ноу-хау Терск. Пейс достаточно резвый, с учетом того, что это арабы и 2400, и вперед выходит Капель Максимус. Но Доминанта бровку не отдает, чувствует себя, опять же, достаточно уверенно. На третьем месте выход Катерск, рядом с ней Танзания, тут же полевой стороной Виски Терск. Там же Сальма, ну и замыкает скачку ноу-хау Терск, вот ей как раз резвости и не хватает. Итак, сильно растянулась компания, Доминанта верна себе в этом смысле. Очень далеко вместе с Капель Максимуса они убежали. Далее еще две кобылы Терского конзавода, выходка Терск, Виски Терск. За ними Танзания, но вот мы видим, что выходка Терск начинает отставать, а к ней подъезжает Танзания. И Мирзабек полностью контролирует ситуацию и сокращает отрыв, а к ней подъезжает Сальма. И компания пошла кучней. Доминанта и тут же Капель Максимус. И подъезжают остальные лошади. Компания идет кучно. Не в кадре, только ноу-хау Терск. Да, на Доминанте Муслим Гасанов поехал уже в посыльную. Но походу она еще и сбилась, потому что там каната нет. А вперед выходят Гусейн Гусейнов и Виски Терск. Виски Терск повела скачку. Ну смотрите, Мирзабек не шелохнется. Он полностью контролирует ситуацию на Танзании. И Танзания выходит на второе место. А по бровке Сальма вообще Доминанта с дорожки убегает. Итак, 5 лошадей пошли очень кучно. Скачку ведет Виски Терск, тут же Танзания, а по бровке рядом с ними первый номер Сальма. Но смотрите, Мирзабек полностью контролирует ситуацию. И да, Танзания сейчас легко, похоже, эту скачку выиграет. Он даже в посыле еще не едет. А Танзания отрывается от соперниц. Мирзабек оглядывается. Посыл не нужен, хлыст не нужен. Танзания уходит. Вот это вот некрупная, малюсенькая кобылка, тем не менее, очень легко и уверенно выигрывает Окс. Танзания отрывается от соперниц, и чем ближе к финишу, тем больше ее преимущество. Танзания уверенно выигрывает Окс. Танзания первой. На втором месте Виски Терск, на третьем Сальма. На четвертый выход Терск.